Ну, для Audi это не препятствие, без проблем. Посмотрим сейчас, как заедет Opel. Вот, пришло время Опелёчка показать, на что он способен. Ну, не без труда, но Опелёчек заехал. Короче, сейчас на Опелёчке была включена антибукс-система. Посмотрим, как он заедет с выключенной антибукс-системой. В некоторых Опелях есть кнопочка спорт, она находится вот здесь. Ее нужно зажать, и тогда выключается USP антибукс-система. Но в нашем этого нет, поэтому нужно вытащить предохранитель. Вот он находится в моих руках. Его нужно вытащить отсюда. Здесь так вот. Поднимаете, раз. И вот он здесь вот находится. Чик. Все, вы вытягиваете и выключаете тем самым антибукс-систему. Антибукс-систему и АБС. Ну и сейчас увидим, как поедет Опелёчек без антибукс-системы. Поехали. Крутится только правое колесо. Да уж. Вот это решили напоследок немножко добавить драйва. Короче, в обратном порядке ставим предохранитель, потому что без него и без антибукс-системы Опельку очень тяжело заехать. Предохранителем вообще без проблем заехал.